碰碰不到星辰，只留下短暂的一程，有点留着一盏为你留的灯，却再也没等到过你的人。突然陌生，来不及追问，重逢还会否有可能？为你留一盏灯。Ты проснулась? Ты вчера напилась. И не хотела отпускать мою руку. Болтала всю ночь. Я болтала? Я могу говорить. Да, можешь. И тараторила всю ночь. Я могу говорить. Да, можешь. Я могу говорить. Я могу говорить. Гуминьян, я могу говорить! Я могу говорить! Я могу говорить! Ты слышал? Я могу говорить! Слышал. Я могу говорить! Хватит прыгать, прекрати! Поговори со мной, пожалуйста! Хватит, перестань, пожалуйста! Ладно, похоже, ты вчера не наговорилась. Пойдем. Вдоволь поболтаешь. С днем рождения, дедушка. Как хорошо. Я рад вас всех видеть. Я желаю дедушке благополучной и долгой жизни. Она может говорить? Ты можешь говорить? Поболтай со своими родственниками и друзьями. Миньян, пойдем со мной. У меня к тебе дело. Идем. Приобретение Синьлян уже завершено. А ты пригласил Сюйнянь на семейный праздник? Пора это закончить. Дочка Шена скоро вернется. Встреться с ней поскорее. Дедушка, думаю, сейчас не лучшее время для расставания Сюйнянь. Ты использовал Сюйнянь, чтобы не жениться на дочери Шена. Не забывай, ты уже обещал мне. Миньян, я учил тебя столько лет. Бесполезные вещи надо выбрасывать из своей жизни. Дедушка, пора резать торт. Хорошо, уже идем. С днем рождения, дедушка! Спасибо вам. Спасибо, спасибо вам, всем спасибо. Пора разрезать. Ладно, ладно. Ого, какой большой торт. Замечательно. Так, давай. Слушайте, в честь моего дня рождения, каждому по кусочку. Вот так, давай. Вот так. Эй, мне один. Кто еще хочет? Я хочу, я хочу. Я тоже хочу. Я хочу с цветком. Сюйнянь, возьми кусочек. Да, Сюйнянь, угощайся. Дедушка, у меня аллергия на сливки. От торта у меня будет сыпь по всему телу. Аллергия на сливки? Ну, раз так, тогда не ешь. Спасибо, дедушка.
передайте мне кусочек. Бери тот, что побольше. Давайте, давайте, подождите немного. Давайте быстрее. У Сюйнянь тоже аллергия на сливки? У Ханзе было так же. Сделай тест ДНК, Сюйнянь. Хорошо. Стой. Не смей никому говорить. Да. Я почти выполнила свои обязательства по контракту. Мне пора уходить. Хорошо. Тогда завтра расторгнем между нами контракт. Вот и здорово. Наконец-то я не буду жить со своим боссом. Ты счастлива? Дедушка не хочет, чтобы я оставалась. Да и ты не будешь держать меня. Как только разобралась с Цзян Ван Ли, она захотела убежать. Пользовалась мной, а теперь уходишь? Но мы ведь так долго были вместе. Неужели это ничего не значит? Точно. У тебя нет ко мне чувств. Зачем меня оставлять? Расторжение контракта. Подожди. Сначала ознакомься с этим. Когда я проверял Цзян Ван Ли, то понял, что странно, что твою маму в то время тайно фотографировали. Гу Хон Юй? Фотографии были сделаны Гу Хон Юем? О! И он же делал тайно и наши фотографии. Все это сделал Гу Хон Юй. Только если Гу Хон Юй сам признается, лишь тогда я смогу доказать невиновность мамы. Но если я сейчас уйду из семьи Гу, трудно будет найти улики. Слушай, думаю, сейчас слишком глупо расторгать наш контракт. Дедушка Гу заставляет тебя жениться на госпоже Шен. Я должна помочь тебе решить эту проблему, а потом уже расстанемся. По правде, жениться на старшей дочери семьи Шен не так уж и плохо. Это же обычный брак по расчету. Брак – очень важное дело. Это же не разменная монета. К тому же... Ты же никогда не видел госпожу Шен. Может, ты подумаешь? Если найдешь свою любовь, проще будет расстаться со мной, чем с госпожой Шен, верно?